преддверии Нового года футбольный мяч диаметром почти в 1,5 метра накачали и установили рядом с оставшей уже знаменитой новогодней пальмой в парке Ривьера. Композиция сразу же привлекла внимание посетителей. Взрослые начали делать фото, дети играть. Пальма, наряженная новогодними игрушками, которая является, кстати, одной из самых больших пальм в городе, встречается с самым большим в городе мячом, который презентовали в сентябре этого года в рамках празднования 1000 дней до старта чемпионата мира. Мы надеемся, что созданная инсталляция станет еще одной визитной карточкой для города Сочи. И сегодня символ футбольного чемпионата мира побывал в дельфинарии парка. Во время одного из представлений мяч опустили в бассейн. Дельфины и белухи сначала побаивались незнакомого предмета, но спустя несколько минут уже начали играть в настоящий футбол. Зрители тут же расценили это как хороший знак, и сборная России обязательно сыграет на сочинском стадионе на этапах чемпионата мира по футболу 2018 года.